Тут Ребзи тоже подарки на MC-пельмешки. Бля, подарков очень много, на самом деле, очень много подарков. Давненько так не собирал. Помню, когда были еще боксы, году 21-м я собирал, когда входил бас, там было много мегабоксов, всякой херни. Особенно на китайской НГ. Ой, на китайской НГ, на день рождения релиза БС в Китае. Это было летом, ребятки, в июне, да. То есть, прям кредиты, 100 штук. Алк, что уже нет, на самом деле, бокс, с боксом было бы немного поинтереснее, конечно. Но со стардропами тоже интересно, в принципе. Редкий, что падает? Монета, да? Мне интересно, на каком-нибудь аккаунте выпадет боец из стардропа или нет, потому что мне ни разу не падал боец именно из стардропа, никогда в жизни не падал. Ни на двинках, нигде. Это, возможно, сейчас выпадет. Поехали, брать, к концу человека. А, нет, давайте адвокатку выиграем, чего бы и нет. В принципе, я буду копить стардропы только на основе, ну, именно вот эти подарочные, бесплатные. А за киллы стардропы буду забирать везде. То есть, каждый день будет, наверное, видосик, где я просто буду забирать стардропы на всех хаках. Забирать буду из подарков и из каток. Просто буду, типа, выигрывать и забирать стардропы на всех аккаунтах, чего бы и нет. Не лишний, просто как-то разнообразить контент на канале. Вот. Я думаю, две недели буду так записывать видосы, потому что две недели будут подарков и киллов. Киллы будут делать, да. Вот уже, ребят, кстати, выиграю тоже золотой код, и это было бы, на самом деле, неплохо выиграть золотой код. И себе лямгемов на аккаунт ебануть, че бы и нет. В этой игре я буду говорить очень запутанно, потому что, ребят, на самом деле, позаебные, да. Ну, ребятки, я не буду прям 8 каток записывать на твинке, я буду играть по одной катке, и на каком-то аккаунте буду играть по 4 катки, то есть посмотрим. Везде по-разному будет, где-то буду одну катку выиграть, где-то 4 катки, где-то, блядь, все 8. То есть, посмотрим. Как минимум, подарки бесплатно я буду собирать. А вот именно выигрывать мне иногда бывает лимит. Потому что, типа, на всех аккаунтах я буду играть. То есть, эти аккаунты некоторые сделаны просто так. То есть, не на всех из них я буду играть. Не на всех из них. Вот уже как-нибудь я их разыграю, когда будет какой-нибудь конкурс масштабный. Посмотрим. Давайте, ребзи, 2 стропа на MC-пельмешки. Сверхредкий. Поехали. Просто, если бы я на них собирал бы до этого каждый день, тогда бы это было бы интересно. Когда я собираю только сейчас, и то потому, что только 2х вот события, то... Уже меньше будет профит. Так вот, ребята, собрали с кайфом. Очки силы. Let's go на next stack.